Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон рассчитывает на тесное сотрудничество с Германией в случае победы на выборах. Об этом он заявил сегодня по итогам встречи с канцлером Ангелой Меркель в Берлине. Особенно в свете предстоящих испытаний для Европы, таких как выход Великобритании из ЕС. Известно, что предвыборный штаб кандидатов в президенты уже несколько месяцев добивался встречи с Меркель.